Белгороде в этом году будет грунтовый участок. Впервые мы всеми силами отбили то, что этот этап будет именно с грунтовым участком, потому что питбайк – это в первую очередь мини-мотор. Он может ездить на асфальте, но также может смело прыгать и гонять по грунту. Мы уперлись в отсечку. They're singing, go, don't stop. Won't feel no strain, no pop. Won't be no lonely days, not anymore. Keep singing, go, don't quit. На трек приезжаем гонять в любую погоду, в любом состоянии здоровья, на самолетах, на поездах приезжаем. И вообще, да, у нас считается, что ты можешь не кататься по двум причинам. Либо ты рожаешь, либо умер. Количество просто жуткое. Сейчас планируем уже все. Смажем цепи, проверим маслица и поедем. Я уже успел сгонять, посмотреть грунтовый участок. Офигенный вообще. Ровненький, сложный. В общем, я думаю, всем понравится. Потому что просто это кайф. Вылетаешь с асфальта сразу на грунт. На грунте отпулил и опять на асфальт. Погода жаркая. Испытание как для нас, так и для техники. Сейчас покатаемся, скорректируем немножко смесь, настроим моторы и будем биться. Won't feel no strain, no pop. Won't be no lonely days, not anymore. Keep singing, go, don't quit. Just stay, get used to it. Won't be no lonely waves. Run to the shore, to the shore. Я чувствую, у меня последние круги задергал задний крыс. Зацепил какого-то. Съездили квалификацию, все кипят, горят. Грунт и трек – это очень круто, очень классно.
на сликах. Можно ехать. Можно прыгать, реально. Можно мочить хорошие, мощные, большие столы. И после этого просто, не сбавляя, вылетать на асфальт, сразу закладывать с коленкой. Для меня вообще этот опыт был просто офигенный. Я кайфанул от Пита еще больше. Потому что Пит — это просто универсальная тачка, на которой можно зимой и летом одним цветом, блин, на асфальте, в песке и так далее. В общем, едем в Москву с кубком, цель достигнута, и увидимся дальше. Peace.